Лучшие физики-ядерщики собрались сегодня в Минске. Два часа назад в Белгосуниверситете начался 4-дневный научный форум. Обсудить актуальные проблемы приехали более 100 ученых из России, Украины, Азербайджана, Швейцарии и Эстонии. На повестке дня серия вопросов из разных научных сфер, от физики высоких энергий до медицинской диагностики и системы радиационной безопасности. В новых разработках заинтересованы и промышленники. Сюда приезжают очень много сейчас специалистов без докладов, значит, они будут просто слушать, обмениваться опытом. И вот это действительно новый формат, когда люди приезжают на научную конференцию, платят за эту конференцию, чтобы поучаствовать и пообщаться. Вот промышленники будут присматриваться, то есть прикидывать, может быть, им что-то подойдет, что-то им будет полезно, интересно. И в дальнейшем уже начинаются как бы контакты те, которые называются между бизнесом и наукой. Сейчас в Беларуси создан сильный сектор по ядерному приборостроению. По наукоемкости он не уступает информационным и биотехнологиям, не имеет высокий экспортный потенциал.